Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, пацаны и девчата, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня снова серия на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ, мониторитесь Кирюха Полканов. Можете вводить маник при регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня, пацаны, у нас будет новая серия, довольно-таки интересная. Давайте я постараюсь вам вкратце объяснить, что я вообще придумал. Я, получается, беру вот данный транспорт и буду гоняться с игроками. Но буду гоняться с игроками, у которых машина намного быстрее, чем это. Но если я буду проигрывать, я буду просто телепортироваться и будем смотреть реакцию игроков, когда они проиграют, как бы Ладе, понимаете, Лада за миллион, она миллион рублей стоит, и как бы я буду гоняться с ламбами, там, с i8 и так далее. Короче, буду гоняться с крутыми машинами и будем смотреть реакцию, когда они будут проигрывать. Я не знаю, сколько мы будем гоняться, на 1000, либо на 100 тысяч, но в любом случае я буду им давать компенсацию, там, допустим, 200 тысяч, 300 тысяч. Я думаю, видосик получится интересный, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, пацаны, к автошколе гонка. Ну, давайте его немножко обманем. Он сейчас думает, что он по-любому выиграет, но не тут-то было. Так, сейчас телепортируемся. Вон он едет, короче. Он думал, что выиграет. А как? Давайте ему трейд кину. Это ему чисто, ну, за то, что он со мной согласился. Не, я просто снимаю видос, я ютубер. Просто мало кто соглашается погоняться. А ты красавчик, что согласился. У него вот ГТР ебашит нормально. Так, на 50 тысяч ГВД. А ГВД это, по-моему, в Арзамасе, если не ошибаюсь. Да, это в Арзамасе, хорошо. Ну давайте будем по-честному сначала ехать. Потом, если что, считерим, как бы. И дадим ему бабосики за то, что он выиграл. Так, он уже впереди меня, но это ненадолго, я думаю. Сейчас чисто будем по-честному ехать, а потом я уже тпхнусь в конце. Когда он уже будет почти на финише, я просто телепортируюсь. И посмотрим на его реакцию. Он по-любому не думает, что я администратор, как бы он не знает меня. Так, поэтому будем ехать. Он по-любому сейчас по встречке поедет, я думаю. Это 100%. 100%, я думаю, он поедет по встречке. Так, он врезался. Я пролетаю, да, он по встречке поехал. Бля, я въебался. Это хуёво, что я въебался. Так, он уходит вперед, он по встречке поехал. А, врезался тоже. Так, гелик, гелик, гелик. Он врезался в гелик. Пацаны, я могу еще выиграть, прикиньте. Надо, чтобы он меня обогнал, чтобы было поинтереснее. Потому что, ну, суть видоса не то, чтобы я его обогнал, типа, на этой машине. А просто, чтобы, как бы, посмотреть на реакцию, когда я телепортируюсь. Так, он, по-моему, по полям поехал, да? Да, он по полям поехал, прикиньте. Ну ничего, братан, у нас есть секретное оружие, от которого ты не сможешь как бы увернуться. Главное не проебаться и телепортироваться вовремя. Просто если сейчас рано телепортируешь, он не приедет туда, мне кажется. Поэтому нужно... А вон, по-моему, по встречке он едет, да? Да-да-да, он едет вон по встречке. Сейчас мы его доходим, иди сюда, родной. Иди сюда. Так, он врезался, да? Хоп, они тросик подрубили. Так, сейчас будет финишная прямая. И потом мы уже телепортируемся. Главное успеть просто вовремя это сделать. Так, едем, 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 едем. Вон он впереди меня едет. Ну, кстати, Лада не сильно отстает от него. Как бы он просто не особо умеет ездить, это я так понял, потому что он часто врезался. Так, давайте телепортироваться, где оно там? Давайте я к нему телепортируюсь. Да ебать ты, конечно, с читами, дядя. Ай, да ладно, я шучу, не читами. Это я видосик записываю, я ютубер. Че, через ЗТП, да? Да. Давайте накину бабосиков за то, что ты согласился. Не, типа я знаю, я понял, что развод, блядь, ну не знаю, типа. Я думал, ты со спидхаком сейчас будешь подзимать СХ просто. Ну блин, просто редко кто соглашается. Ну типа, знаешь, так неприметно на такой машинке, там с ГТРом гоняться, с лампой. И потом в конце телепортироваться. Ну тебя еще СХ, да, ты поджимал, потому что типа не, так не, поехал. Ничего не поджигал. Не, у меня читов нет. Пацаны, давайте гоночку. Это сейчас моя тачка. Едь, короче, за нами, потом гонку. Едь. Давай, хорошо. Я нашел, пацаны, еще пацанов. Можешь, вот можешь его Пашу подобрать? Да, 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 могу. Пусть садится Паша. Бля, это пацаны будет сильно, конечно. Ну, i8 у них тоже нормально шпилит. Опа, остановились. Так, они, по идее, не знают, что я администратор, поэтому... Бля, пацаны, я очень доволен. Как бы, мне кажется, это хороший видосик, поэтому поставьте лайк, ну и можете еще подписаться на канал. Как бы он думает, что по-любому он выиграет меня, но нихера. Тем более, не сидит за свой чат, они, может, даже бомбить будут, типа, вот читак, ебать, пизда. Короче, посмотрим, пацаны, посмотрим. Два. Так, а где финиш вообще? Так в конце, когда вот доедем до поворота до следующего, вот там и будет. Блин, так неинтересно, я хотел через систему. Надо было через систему, ну блин, так неинтересно. Понятное дело, так он меня выиграет. Но лучше бы через систему.
на 100 тысяч я ему предложу. Может быть, он согласится. Он сейчас видит то, что у меня тачка не едет, и может быть, он согласится. Просто может, он думал, то, что у меня машина быстрая, но ни хрена подобного, у меня машина медленная. До какого-то поворота, блядь. Ну, я спросил, где финиш? До поворота едем. До какого поворота, хуй его знает. Ну, ладно, ничего страшного, в принципе. Будем просто ехать. Ну, ладно, давай через систему. Только чтобы, типа, мы до моста доехали, понял? Давай до автошколы, знаешь, где автошкола? Смотри, если я выиграю, то ты Даше переводишь 100 тысяч. Он сейчас по-любому думает, что он выиграет. Но нихера, в конце будет подвох. Давай, малышка, полетели. Ух ты, блин. Давайте, будем типа ехать, честно. Хотя, мне кажется, я могу выиграть, потому что я не думаю, что он нормально ездит. Но, бля, давайте с ним погоняемся. Ой, бля, чуть не уебался. Так, ну он далеко вперед уехал. Но ничего страшного, пацаны, у нас есть козырь в рукаве, так что ничего страшного, будем ехать потихонечку. Когда уже он возле 8 бит будет ехать, примерно, тогда я уже тпхнусь и посмотрим вообще на его реакцию. Ой, блядь, я въебался. Бля, он уже далеко уехал, кстати. Блядь, что-то её несёт, пиздец, она какая-то неуправляемая стала. Опа, ха-ха-ха. Сейчас посмотрим на его реакцию. Легко и просто вот так вот взял, телепортировался. Паша вообще в шоке, ебать, он такой в машине сидит, такой хуяк, телепортировался. Ах ты. Сейчас подождем, пока он приедет, посмотрим на его реакцию вообще. Вот он приехал. В смысле? Ну, у меня тачка быстрее просто. Да ты врешь, ты отсюда не мог взяться. Ладно, я шучу, я ютубер. Кому бабки давать? Даша. Да, хорошо. Даша. 3:45. Стоп, давай сначала обсудим, как ты это сделал. Как я это сделал? Да. Ну, у меня админка есть. А что, сколько у тебя подписчиков-то? 18 тысяч. Вон пацанчик там есть, какой-то дрифтует. Давай гоночку, братан. Просто на бабки. Спорим, что ты не сделаешь меня, ты ездить не умеешь. Ну давай проверим. Выбирай любой маршрут. Понимаю, слился просто. Я бичара, уверен. Спорим на миллион то, что у меня есть тачка дороже твоей. Давай на миллион спорим, что у меня есть машина дороже. У меня есть дороже машина, чем твоя. Ну тогда не оскорбляй, долбоёб, просто так. Сейчас бы выёбываться в игре имуществом, ну ты, конечно, даун редкий. Я не выёбывался имуществом, долбоёб. Это ты выёбываешься. Хорошо, хорошо. Научишься ездить, пиши. Бать люди, конечно, бывают, я просто в шоке.